Привет! Даниэль – веселый, жизнерадостный подросток, чемпион по бегу в своей деревне. Его жизнь резко меняется, когда мальчик теряет ногу. «Звук моей ноги» – один из фильмов, представленных на фестивале. Мы ожидаем, чтобы в этих фильмах, чтобы люди, когда посмотрели эти фильмы, у них, ну, сразу у них отношение, чтобы лучше стало. Чтобы в следующий раз, когда они увидят такого человека на коляске, чтобы они уже понимали, что в этом ничего такого странного нет, что человек на коляске как обычный человек. Всего на кинофестивале показали 8 трогательных фильмов для малышей и подростков. Маленькие есть фильмы для детей. Это мультфильм, буквально 8-минутный, но он победителем международного кинофестиваля является. Затем серия мультфильмов тоже про девочку с особенностями, как она живет в обычной семье, общается с обычными людьми. Затем идет 3 сеанса по полнометражным фильмам. Также в течение дня в кинотеатре работала выставка, где люди с ограниченными возможностями представили плоды своего творчества. Наши мастера, инвалиды-колясочники, они делают сувениры различные, именно вот из бисера, из дерева, кедр, сосна, прутья, ивы. То есть используют природные экологические материалы. Любой сувенир можно приобрести в интернет-магазине. А следующий фестиваль «Кино без барьеров» пройдет уже весной. Елена Темникова, Инесса Дондукова, Алексей Жилин. Новости дня.